В этом году красноярцы столкнутся с четырьмя видами гриппа – гонконгским, свиным и двумя штаммами гриппа типа Б, старым и новым. Об этом рассказала главный санитарный врач страны Анна Попова. Гонконгский будет прошлогодний, и медики ждут новый штамм вируса свиного гриппа. Прививки прошлого года, скорее всего, работать не будут, и нужно привиться заново, предупреждает главный санитарный врач. Напомню, на пике эпидемии в январе в Красноярске переболело гриппом более 22 тысяч человек. Максимальное превышение эпидпорога среди взрослых красноярцев в тот момент составляло 51%.